флешмоб на Славянской площади, переданная эстафета от волонтеров Тавриды Арт. Зажигательный танец под гимн этого фестиваля ребята репетировали несколько дней. Фестиваль «Таврида Арт» проходит в Крыму пятый год и собирает в одном месте десятки тысяч творческих людей – дизайнеров, художников, музыкантов, поэтов, режиссеров. В этом году на уникальную площадку для самовыражения едут 50 парней и девушек из Брянска. Это и волонтеры, это и творческие ребята, которые увлекаются и профессионально занимаются вокалом, танцами, КВНом и разными-разными направлениями творчества. На «Тавриду» ребята едут при поддержке правительства Брянской области и федерального агентства «Росмолодежь». Кто-то уже был на фестивале, кто-то едет впервые, но объединяет всех одно – желание творить и совершенствоваться. Эмоции просто захватывающие. Я еду на «Таврид» уже второй раз. Я музыкант и вокалист. Ну, в частности, я люблю джаз, вот, и буду слушать, смотреть и вдохновляться. Там будет очень много всего интересного. Будет всякие общение, во-первых, с другими людьми, это прежде всего. Это, во-вторых, это будут всякие семинары, будут давать мастер-классы. Это очень интересно. Тем более мастер-классы разных направлений. И танцы, и народные, и музыка, и все, и сразу. Реализовывать свой творческий потенциал брянские парни и девушки будут с 20 по 26 августа. Екатерина Пармон, Игорь Винничук. События Брянск.